Всем и каждому следует помнить, что у любого продукта питания есть своя история. История, которая начинается с поля и меняется на каждом этапе продовольственной цепочки под воздействием наших с вами действий. Планета, наш общий дом, все мы – элементы одной системы. Необходимо работать сообща для построения нашего светлого будущего. Необходимо вновь научиться жить в гармонии с природой, а не противостоять ей. Давайте заново напишем нашу продовольственную историю и построим более совершенный и устойчивый мир. Наше будущее в наших руках.